Всем привет! Сегодня играем песню «Москва» группы «Монгол Шуудан» на стихи Сергея Есенина. Мне мой подписчик Николай прислал донат и попросил разобрать для него эту мелодию. Она оказалась очень простая и легко играется на гармошке. Правда, опять пришлось использовать настройку пади Рихтер из-за того, что это ля минор, четвертая позиция, и на паде это было бы значительно удобнее сыграть. Вообще, можно сыграть без бендов, третья дырка там не бендится, играется чистая ля. У меня, кстати, тут один подписчик спрашивал, а как можно бендить третью дырку на настройке пади? И это на самом деле легче, чем на обычной гармошке, потому что на паде в третьей дырке там две ноты си и ля, между ними полутон си бемоль, и он бендится также на третьей дырке, как бендится на четвертой. В общем-то, намного легче, чем на обычной гармошке третья дырка бендится, ну, точнее, так же, как четвертая. Абсолютно одинаково, одно и то же, одни и те же ощущения. У меня тут сын прикололся, он говорит, смотри, я, говорит, из Марио взял пирата и поставил ему кепку строительную. У нас получился Марио крепкий такой хозяйственник, чем-то мэра города Москвы напоминает, причем как нынешнего, так и прошлого. Вот, так что Марио у нас сегодня вот такой с нами стоит. Гармошка до, в настройке пади Рихтер, ля минор, четвертая позиция. Монгол Шуудан, песня «Москва».